Ой, ребята, как же мне скучно. Ужас, а не скукотень. Что вы предлагаете сделать? А давайте с вами сделаем мини-блокнотики. Нам для этого понадобится один лист чистой бумаги и ножницы. Давайте начнем. Сначала нам нужно положить лист вот так вот и сгинуть пополам. У вас должно получиться вот так вот. Такая длинная. И у вас вот так вот. Вышло. Потом вы еще разгинаете по вашей линии. По вашей линии вы еще разгинаете. Вот так. Потом все раскладываете. Вот так вот. У вас получается 4 вот таких вот. 1, 2, 3, 4. 4 полосочки. И мы их потом так вот сгинаем. Вот так вот. И еще раз. У нас получилось вот так-то. Потом мы это все дело раскладываем. У нас получается 17 кубиков. Можно сделать блокнот, а можно сделать альбом. Я вам покажу, как сделать альбом. Мы переворачиваем листочек и делаем вот так-то. И еще раз. До этой линии мы должны подрезать кончики. Для этого нам пойдут помощь ножницы. Мы должны сейчас с вами подрезать вот так вот эти кончики. По этой линии. Точно по этой линии. Режем кончики. Ой, извините, я попала в камеру. Вот так вот. Кончики. И еще раз. И так, потом переворачиваем. И вот это вот отрезаем. Вот эти две полосочки. Не все, а только эти две. Разворачиваем. Да. И эти штучки, вот эти вот штучки загинаем в положенную стрелку. Вот так. Потом переворачиваем листок. Вот эти вот штучки загинаем. Потом еще раз. И еще раз. У вас получается вот такая дырочка образуется. Через которую можно посмотреть. Привет! Я Лайка. Ну, на ваше видео. Вот так. Потом, когда вы это сожмете, все дело. Вы так вот соединяете. И вот эти листочки. Получается, разгинайте их в разные стороны, куда хотите. И ваш мини-блокнотик готов. Можете писать тут разные записочки. Я запишу секрет, который я могу доверить только вам, подписчики мои. Вот так-то. И огромнейшее спасибо всем моим подписчикам. Пока-пока!